Разрабатывать градостроительную стратегию Ачинска начали в октябре прошлого года. По инициативе компании «Русал» к этому приступили специалисты из Санкт-Петербурга. Ачинск – первый и пока единственный город в крае, где крупный бизнес приступил к такой работе. Чувствую, что здесь органы местного самоуправления живут в достаточно хорошем контакте с представителями градообразующих предприятий. Поэтому все-таки, мне кажется, не надо ждать, когда крупный бизнес придет и сам предложит, а органы местного самоуправления проявлять подобные инициативы и аккумулировать имеющиеся ресурсы на каждой своей территории. По подсчетам, за 10 лет в развитие Ачинска нужно вложить около 1,5 миллиарда рублей. Измениться может площадь перед городским ДК, парк Победы, привокзальная площадь. Градостроительная стратегия вызвала неподдельный интерес у горожан. Ачинцы предложили немало идей. Молодые люди могут приходить на площадь и кататься с горки на роликах. Ну, знаете, что такое трамп. То есть хотелось бы, чтобы таких вот центров действительно вот было как можно больше. Обсуждение длилось 2 часа. Многие предложения горожан включат в стратегию. В частности, будут учитывать интересы маломобильных ачинцев. Для них проработают доступную среду. Проект начнут воплощать в жизнь в ближайшее время. Солидную часть затрат возьмет на себя компания «Русал». Остальные средства – это другие частные инвестиции и краевые субсидии. И город, у которого есть стратегический документ, город, у которого есть поддержка жителей, город, у которого есть конкретные проекты и, возможно, даже инвесторы, которые что-то из этой стратегии готовы сделать предметно, вот прямо совсем, да, безусловно, имеет там на порядок, на 2 порядка больше шансов побеждать в краевых программах, которые есть, да, лоббировать в хорошем смысле свои интересы на уровне министерств. Опыт Ачинска уже заинтересовал другие города края. Благодаря партнерским отношениям между властью и крупным бизнесом территории могут меняться к лучшему. Первым в этом списке станет Ачинск. Александра Арепьева, Дмитрий Шевцов. Новости.